На данный момент дорога Харьков-Ростов перекрыта бойцами народного ополчения Донбасса с целью отвода войск, двух поста военных, отвода на место постоянной дислокации, для того, чтобы был свободный доступ к городу Славянску, то есть разблокировать сам город. Потому что в городе есть недостаток в медикаментах, есть недостаток в провизии. Вот сейчас это наша задача.